составы команд на ваших экранах. Мы сегодня работаем, попытаюсь еще раз их назвать. Потому что сегодня нет нашего штатного комментатора Егора Колесника. Еще нескольких человек, к сожалению. Гаврилович снова на Левицкого. Левицкий на краю пытается протащить мяч и уходит. Уходит от защитников. И хороший прострел! И не попадает Егор Зубович в ворота. Играет с нападающим. Дальний удар. На месте Лисько. Зубович. Так бить будет Дмитрий. Рядом с воротами мяч прошел. Разыграли случайный мяч. Глебко на правом краю. Удар или прострел. Публика хотела бы продолжение победной зародившейся, может быть, серии случан. Вот Глебко на краю. Здорово в штрафную подает. Левицкий. Головой сбрасывает на Мелько. Кваджа Аиса с левой ноги пробивает. Алексей Залезский на левый фланг. Диагональ такой выдает. Аиса с мячом встречается. Подача в штрафную. Бамба. В штрафной площади бамба. Прострел. И некому пробить. Сбрасывает Мелько на Глебко. Глебко бьет мимо ворот. Зубович. Левицкий. Мягко забрасывает бамба, там борется с двумя футболистами, проталкивается в штрафную и попадает во вратаря. Бамба! А в это время контратака Бреста. Василюк. Здорово, Роман держит мяч, обманывает Залезского, входит в штрафную. Один, еще одного футболиста обыгрывает, бьет дальний угол, гол! Роман Василюк делает счет 1-0. Обыграл практически один всю защиту случан. Резок, но Слуцкими не воспользовался. А сейчас Зубович. Отлично входит в штрафную. Егор. Удар. И вратарь парирует мяч. Бамба пытался помочь. Какой момент сейчас Луцк упустил, конечно. В белой форме. Подключается Алисейка по краю. Подачу выполняет. Пробьет. Левицкий не попал в ворота. Еще один попытка удара. Слабовато. Мяч подправил. И... Но Слуцк все равно продолжает атаковать. Глебко. Вырезает передачу направления бамбы. Бамба один на один. Гол! Гол! Забивает Слуцк. Мяч в ворота Динамо Брест. И это Якуба Бамба. Якуба Бамба делает счет 1-1. А сейчас на левом фланге Гаврилович пошел вперед. Иса играет на Левицкого. Левицкий подает штрафную. Там Зубович. Пробил Егор поворот. Боролся Егор за верховой мяч, но... Борьбу проиграл. Здорово, сейчас перепечка на Василюка. Посмотрим, сможет ли Роман снова показать нам свои трюки. Бьет Роман. Бамба. В центре один, и слева есть Зубович, справа... Справа Глебко, но Зубович мяч получает. И с левой ноги Егор бьет. Про Колесника. Нет, еще пару человек. Я один тут работаю за всех. А в атаке сейчас Зубович, удар. Выше ворот. Подача. И опасный момент. И как сейчас защитник выручает. В пустых ворот вытащил мяч. Ник за обрез свою команду. Это неминуемого гола. Из пустых ворот мяч выбив. И вот еще опасный момент. Удар. Солидная стенка. Удар. В дальний мяч угол летел. И заброс. Уже привычное направление Бабко. Бабко входит в штрафную. И что будет делать Игорь? Прострел. И никого там не оказалось. И с мячом. И будет подача в штрафную. Там есть сейчас уже Зинько. И бьет Николай по воротам. Шанков. Мелько один находится, можно пробить. Дальний удар Вадима. Алисейка мяч встретил и заработал штрафной, но мяч остался у Слуцка. И бьет сейчас Курлович. Подача на дальнюю штангу. И через себя